Прославленный российский исполнитель Дмитрий Хворостовский относительно недавно завершил курс лечения от раковой опухоли в головном мозге. Английские врачи, которые занимались этим вопросом, поведали накануне, что состояние Хворостовского планомерно улучшается. В частности, артист больше не испытывает головных болей, а также к нему вернулась координация движений. Ввиду положительного результата, который отражается на его состоянии здоровья, артист строит планы на обозримое будущее в плане творческой деятельности. Например, Хворостовский согласился выступить на закрытии музыкального конкурса «Новая волна». Информацию на этот счет распространил организатор мероприятия и известный композитор Игорь Крутой. Напомним, пару месяцев назад оперный баритон проходил стандартное обследование, которое подтвердило наличие опухоли в головном мозге. Из-за того, что тяжелый недуг был выявлен на начальной стадии, шансы на полное излечение, не прибегая к хирургическому вмешательству, оказались высокими. Пройдя курс лечения в Лондоне, артист сможет с уверенностью смотреть в будущее. Сейчас опухоль почти полностью уничтожена, а баритону требуется пройти курс реабилитации после изнурительных лечебных процедур. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!